Вы смотрите канал улицы Москвы. В этом выпуске мы побываем на улице Лихоборские Бугры в районе Коптева, вот по которой названа данная автобусная остановочка. Эта улица идет от Большой Академической на север до проезда Черепановых. Протяженность составляет 450 метров. Существовал холм тут в окрестностях. Лихоборский бугор. Ну и вот отсюда название. Утверждено оно в 1966 году. Дождик у нас пошел. Там вот на той стороне Тимиряевская сельхозакадемия, академический проезд. Интересный дом. Бельишко тут сушится. Общага, что ли, какая-то.
без балконов. Зайдем туда, посмотрим. Да, очевидно, ведомственное здание. Есть такая профессия — Родину защищать. Все понятно. Силовое ведомство. Не будем акцентировать там на слово. Вот здесь вот поднялись на холмик, словно на бугор. Там видно, понижение несколько идет вот в Большой Академической туда. Так, пойдем, здесь какие-то работы, пойдем по этой стороне. А вот с этой стороны, кстати, подъезды в этом доме. Подъезд такой-то. Квартира с такой-то, такую-то. В общем, ладно, не суть. Дальше идем. Ну и оказываемся в итоге у проезда Черепановых, проходящим параллельно линии Московского центрального кольца. А само МЦК прямо. Его уже отсюда хорошо видно. Перегон Коптева-Лихоборы. Здесь он плиточку сделали. Смотри-ка ты. Начинает плиточка постепенно оккупировать и не только центр.
ну и более окраинные районы.